Бесплатные уроки английского от канадца Джеймса. Курс разговорной речи в столичном молодежном центре ориентирован на подростков, которым нужна языковая практика для поступления в вузы и просто для общения. Джеймс приехал к нам из Канады и уже несколько лет живет в Бендерах. Тут у него жена и трое детей. Я приехал сюда 5 лет назад вместе со своей женой. Она родилась в Бендерах. У нас трое детей. Джеймс заметил местную особенность. Все дети в Приднестровье учат английский в школе, но если нужно общаться с иностранцем, слова сказать не могут. И решил помочь тем, кто желает перевести запас заученных английских слов в активную разговорную форму. Что тебе дало посещение? Общение про повседневные вещи. Что волнует, что было, не на определенную тему, как в школе. За время нашего присутствия на уроке, буквально за 15 минут, тут поговорили о снеге, отвратительной погоде, кто куда ездил и как провел выходные. И все это на английском. Если мы знаем язык, но мы не имеем практики, нам тяжело разговаривать. Мы понимаем полностью носителя, но ответить ему на этом же языке нам очень тяжело. Чтобы улучшить знания иностранного, необходима практика, говорит Джеймс. Так быстрее запоминаются целые фразы, начинает приходить понимание разговорной речи, особенности построения диалога. Пока Джеймс с ребятами общается, мы можем подумать, кого бы мы взяли себе в переводчики, потому что в английском мы, к сожалению, не сильны, плохо учились в школе. Сейчас найдем себе транслейтера. Кто хочет быть переводчиком? Мне для Джеймса. Давайте я. Отлично. Джеймс, мы можем попросить вас на интервью небольшое? James, can пройти please, сюда. Мне действительно нравится помогать людям научиться говорить по-английски. В ПМР много учителей английского, но они не практики разговорного языка. И вот я хочу помочь им свободно заговорить больше в практике, разговаривать и получать удовольствие. В молодежный центр в Тирасполе подростки приходят несколько раз в неделю. Они в дружеской обстановке общаются с Джеймсом на его родном английском. Результатами довольны. Для того, чтобы работать в какой-то определенной сфере, в более углубленных программах, нужно знать еще более высокий уровень. А ты для чего учишься? Просто для того, чтобы путешествовать и понимать людей, общаться, заводить новые знакомства с людьми, не только знающими мой язык, но и, в принципе, с людьми всего мира. На изучение разговорного английского может записаться любой школьник старше 13 лет. Всю информацию можно найти в телеграм-канале или инстаграме центра. Екатерина Воронченко и Дмитрий Ягодкин. ТСВ.